Всем привет! Сегодня мы будем лепить остеолеписа. Остеолепис – это род вымерших лопастеперых рыб из Северной Америки. Жили в девонском периоде примерно 376-360 миллионов лет назад. Остеолепис был около 20 сантиметров длиной и покрыт крупной квадратной чешуей. Чешуя и пластины на голове были покрыты слоем губчатого костяного материала, который называется космин. Этот слой содержал каналы, которые были соединены с сенсорными клетками, расположенными глубже в коже. Каналы заканчивались порами на поверхности и, вероятно, служили для того, чтобы чувствовать вибрации воды, подобно современной боковой линии у рыб. Это позволяло остеолепису и другим лопастеперым рыбам обнаруживать даже мельчайшие изменения давления воды, вызванные проплыванием водных животных. Остеолепис был не такой уж и большой рыбой. Вот такой остеолепис у меня получился. Всем пока, спасибо, что досмотрели это видео. Следующей моей рыбой будет палеоспондил.